Завтра на нашем канале стартует новый музыкальный проект. Для участия в нем было подано свыше 10 тысяч заявок. Отобрали 150 исполнителей, и лишь один из них станет самой яркой звездой. Что увидят зрители на главной сцене России, расскажет Олег Пакшин. По первым еще не отмонтированным кадрам нового шоу видно, как с каждой минутой в зале становится жарко. Легендарный хит «Парка Горького» на главной сцене сегодня в новом женском звучании. И усидеть на месте не в силах уже ни один зритель. В жюри шоу только звезды первой величины. Живой эстрадный классик Юрий Антонов, солист рок-группы «Чиж» Сергей Чиграков, гость из Лос-Анджелеса Уолтер Афанасьев. Это он создал неумирающий мировой хит «My Heart Will Go On». И заслуженная артистка России Жанна Рождественская. Это она спела лучший советский киношлягер «Позвони мне, позвони». Все впервые согласились быть в жюри. Мне все говорят, что вы такой мягкий. Что вы всех жалеете? Но сегодня я в жюри начинающий. Главную сцену страны все 180 участников попробовали еще во время кастинга. Правда, кроме отборочной комиссии в Большом Кремлевском дворце тогда никого не было. Кому суждено выступить здесь уже при полном зале зрителей и получить собственный гастрольный тур по всей России, выяснится в ближайшие месяцы в эфире главной сцены. Борьбу за самых талантливых музыкантов начинают лучшие продюсеры страны. Максим Фадеев, Константин Меладзе, Игорь Матвиенко и Виктор Дробыш. Последние двое на первой же записи не поделили молодого музыканта из Петербурга Александра Иванова. У меня у самого или цель, или мечта, наверное, как мечта работать с Виктором Дробышем, и я решил сразу дать знать об этом. Каждый продюсер наберет свою команду по 12 исполнителей, но лишь одному в итоге достанется главная сцена. В гонке за лучшими продюсеры готовы на все. У одного из участников во время выступления за роялем стала опускаться микрофонная стойка. Спас номер Максим Фадеев, который до конца песни поддерживал микрофон исполнителя. Но то, что у вас уже есть крутой клип, это точно. Можете скидывать в YouTube эту запись. Ведущий шоу Гарик Мартиросян и Григорий Лепс, которые уже много раз сами были на главной сцене страны. Несравненный Григорий Лепс и некий Гарик Мартиросян. Участники нового шоу тоже интернациональные. Кроме певцов из России, здесь все СНГ и даже африканцы. Проект «Главная сцена» настолько сложно-постановочный. Здесь настоящий оркестр, только живая музыка, спецэффекты, что съемки идут уже 7 часов подряд. Премьера завтра на канале «Россия-1» в 9 вечера. Но эпизоды, которые не войдут в телеверсию, зрители смогут увидеть, скачав специальное приложение для своих мобильных устройств под названием «Главная сцена». Олег Пакшин, Александр Чуканов и Никита Чупин. Вести. Вы смотрите «Вести» и далее в нашей программе.